Приветствую всех подписчиков и гостей моего канала, с вами Елена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Мое видео носит только информационный характер. Сегодняшнее видео по боксу, где я абсолютно без вложений зарабатываю денежку на просмотре сайтов. Называется K-Clicks. И у меня нехорошие новости, друзья. Бокс не платит. Нет, возможно, он и платит кому-то, я не знаю. Знаете, какая ситуация? Я набрала минималку. Смотрите, я работала добросовестно. У меня уже на носу вторая минималка. У меня $1.92 минимальный вывод. Отсюда $2. Я уже, вот видим, да? $2. Поставила я на вывод. Winstraw History вывод. История вывода. Ставила я 14 числа. 14 июля. Вот мой кошелек. С учетом комиссию. Они же берут как бы комиссию, да, за вывод. $1.78. И до сих пор в пиденьке. Не платят. Я писала на форум. Вот они, видно, админ удаляет такие сообщения о том, что не платят. Но если мы опустимся в самый низ, и вот здесь вот эта вкладочка Proof of Payment. Ну, мой английский не очень, конечно, но тем не менее. Подтверждение платежей о том, что бокс платит. Кликаем сюда и смотрим. Выводы идут. Ежедневно выводы поступают. Вот 26 число. Да, вот за 26 вот люди выводят. $2.28. $1.98, $1.75. Вот такие маленькие суммы по минималочке, да? На Perfect Money, на Pair. Вот. 25. Здесь выводы я наблюдала, я смотрела, как бы без выходных. Вот я написала в поддержку. Поддержка мне ничего не ответила. Ни ответа, ни привета. Ну, хотите, работайте, вдруг вам повезет и вам заплатят. Мне не заплатили. Я пока работать не буду. Если заплатят, конечно же, я запишу видео о том, что мне Бог заплатил, и продолжу работать. А сейчас я уже работаю, у меня нет желания сидеть просматривать рекламу, так как вывода нет. Всем удачи, больших заработков, до новых встреч.